Сегодня мы приехали на парк 300-летия Петербурга, и сзади нас Лахта-центр. Круто, правда? Да. Он состоит из 500 метров. Да, это самый большой небоскреб не только в России, но и в Европе. Но мы-то побольше видали небоскреб. Да, который сейчас превзойдет. Который скоро будет, да, его рекорд будет побит. Да. Ну что, пошли в парк тогда? И все это в одном городе будет. Представляешь, Маш, мы когда здесь были с мамой в 2008-2009 годах, здесь только разбили этот парк, просто был пустырь с дорожками, и все, больше ничего не было. Понятно. Кстати, ребят, как мы были на Бурдж-Халифе, мы оставим ссылочку на это видео в описании. А, ну давай, ладно. Вы можете посмотреть, как мы были в Дубае на 125 этаже. Ну ладно, давай попробуем. Давай. Вот тебе хот-дог кебаб. Еда всегда согревает. Да? Ну пробуйте. Я выкладываю лук и зелень. Ну и зачем? Что, вкусно? Похоже на люля? Ты не пробовал, Маша? Вот бутылочка.